Лето приходит в Ноябрьск, все активнее. На центральных улицах города уже практически не осталось снега, дороги вовсе высохли. Но в некоторых микрорайонах еще есть потенциально опасные участки, где на машине проехать трудно. Итак, осторожнее следует быть в 7-м микрорайоне, особенно у домов Высоцкого 34Б и Высоцкого 30. Сложно на Холмогорской 68, а на днях, по словам местных жителей, здесь увязла даже скорая. На Дзержинке тоже непросто, особенно вдоль 21-го дома. Рискуют застрять и те, кто решит проехать мимо бывшего магазина «Славутич». Это в районе 19-го дома по Ленина. Сугробы и огромные лужи поджидают на Дружбы 8Б и В. Жалуются жильцы энтузиастов 6А, 51 и 51Б. На улице 8 марта осторожнее нужно быть у дома номер 5. Неблагоприятная обстановка вдоль дома 26 по Космонавтов. Там образовалась глубокая колея.